Пенсионер Александр Малясов, готовя завтрак на скорую руку, волнуется как никогда. Этот день полностью перевернет одинокую жизнь аскетичного кижмаря. Он еще далеко не старик, но ему уже показалось, что подведение итогов его непростой жизни уже не за горами. И все-то знает поживший ангарец, повидал столько, ни один роман можно написать. Вообще, ангарцы – это народ особый, я бы сказал, даже это этнос. Трудолюбивый, но доверчивый. Про таких, как Юрич, говорят, из пушки не прошибешь. Десятки лет его закаляла суровая сибирская матушка-природа. Удивить чем-то такого, как он, практически нереально. Но нам удалось больше – застать врасплох. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Довольно простая задача. Может быть, не самая простая. Нам нужно выбрать устройство, которое будет подходить Александру Юрьевичу. Давайте сперва пройдем на планшет, там посмотрим. С кнопочка, которая... Вы будете отчекать? Да нет, наверное, не буду. Ну, некоторые вещи, которые вы говорите, мне не очень понятны, будем говорить так. Но общаться я могу с людьми? Общаться, конечно, можете. То есть ставите программу Skype и с Хутером, и с Медведевым. Вот это очень заманчивая вещь. После внуков они у меня на втором месте, товарищи. Таежник до мозга костей Александр Малясов впервые в жизни попал в этот цифровой лес. Язык здешних обитателей ему непонятен. Правила и порядки не ясны. Главное, говорит он, чтоб диски вставлялись, а то вдруг внуки приедут в гости с мультфильмами на CD и сочтут несовременным. Ну что, спасибо, мужики. Из одного состояния перевели в другое. То есть сделали перезагрузку моих мозгов. Гусиный пирочек в сторону чинильным прибором. Так уж вышло, что компьютера у Малясова никогда не было, то есть совсем, вообще никогда. Трудности в отношениях возникают практически сразу. Двойным кликом. Клик-клик. Еще разок, чуть быстрее. Не-не-не, не по этой, а вот кнопочка. Так, где рядышко? Не вижу, а вот. Ага, оп. На эту кнопочку можно нажать и развернуть на весь экран. Но все не так плохо с бывшим жителем Медвежьего угла. Проходит еще каких-то несколько минут, и Александр Малясов сам, почти без посторонней помощи, показывает нам свою родную землю. По какой-то дороге пробираемся. По дороге, вернее, мы здесь раньше ездили. Сейчас мы здесь на лодке проплываем. И, пожалуй, хватит о грустном. Ностальгировать по своей родной земле, которую он больше никогда не увидит, Малясов теперь сможет сколько угодно. Да и кроме этого, теперь перед одиноким пенсионером открывается целый мир, к встрече с которым, конечно, нам его еще предстоит подготовить. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. Партнер проекта «Дари добро» – оптово-розничный склад трикотажа и белья «Радуга». «Радуга» – 18 лет на рынке оптовой продажи качественного трикотажа от лучших производителей.